нет добра. Без петли топора справедливость торжествует сегодня больше, чем вчера. Да, эй, помочь пора. Это настоящий праздник. Казни, 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 казни. Все на свете серо, кроме крови, 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 крови. Мы казним жестоко, но справедлив приговор. Зуб за зуб, за око, око, за все решит топор. Палача, топор. Мы накажем зло порога. Зуб за зуб, за око, око. Праздник, казни, 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 казни. Все на свете серо, кроме крови, 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 крови. Крови, крови, крови. Крови, 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 крови. Крови. Праздник, праздник, праздник. Праздник. Казни, казни, казни. Казни. Во время казни Суинни приходит на площадь. Он хочет прорваться к судье. Он достает из кармана бритву, но кто-то останавливает его. Это Лавет. Когда-то маленькой девочкой Лавет была влюблена в прекрасного молодого цирюльника. Она единственная узнала его и не хочет, чтобы он снова попал за решетку. В каморке над пирожковой Лавет Суинни открывает парикмахерскую и до поры до времени просто бреет клиентов. Но вот в один прекрасный день появляется мясник, дядя Лавет, с огромной мясорубкой, в которую можно запихнуть целого барана.